Абхазия – это регион Грузии. Народ Грузии – великий народ. И он хочет помочь спасти абхазов. Знаете, доброе утро всем. Человек приехал с Абхазии, хочет сделать важное заявление. Пожалуйста, Руслан. Здравствуйте. Я был вынужден переехать из Сухуми в Тбилиси. То, что сейчас происходит в Абхазии, и та власть, которая не дает говорить правду, распродает земли, занимается уничтожением людей, молодежи. Нету никакого развития, ведется пропаганда, что здесь враги, якобы враги. Но здесь врагов нету. Пора прийти к совместному диалогу и начать выстраивать отношения. Такой этот новый беглец, который перебежчик, Руслан Гамисоня. Человек ранее уголовно преследуемый за совсем недостойные статьи. Так, статей достойных не бывает, но это совсем. За изнасилование, убийство. Он сидел за изнасилование, отсидел, да? Отбывал наказание. Сегодня выехал на территорию Грузии. И говорит о том, что в Абхазии все плохо. Вот, то есть ну, такого рода люди у нас сегодня пытаются... Говорит и нашей молодежи внушать, что в Грузии хорошо, а в Абхазии все плохо. Полноценную Абхазию, развитие Абхазии и ее будущее вижу в Автономной Республике Грузии. Почему я это говорю? Потому что уже достаточно много времени, прошло 30 лет. А люди, которые приехали, Дато Хаджиба приехал.